сегодня у нас такие самопальные мишеньки. Повесим сразу две, чтобы потом по 100 раз не лазить по снегу. Вот. Используем специальный метательный инструмент. Ножик и дарт. Легким движением руки укрепляем эту хреновину. Вот так. Вот так вот. Раз. Два раз. Да, мы будем смолять. Так, стрелять мы будем вот в это дерево. Специально для Гринписа. Дерево сухое, ненужное, скоро рухнет. И будет гнить. Мы будем в него стрелять. Примерно шагов 10. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Отсюда будем. Так, сначала отгоняем детей, собак и женщин. Снимаем с предохранителя. Устойчиво встаем. Начинаем отстрелять. Сначала нижнюю мишень, потом верхнюю. Смотрим, что получилось. Стреляли в нижнюю мишень. Ну, хорошо, что не попали в верхнюю. Уже радует. Стреляем шарики. Шарик — это не пуля. По всем их баллистическим способностям. Шарик летит вот так вот. Вот. Куда он прилетит и так далее, никому не известно. Но, так или иначе, стрелять все равно нужно стабильно. Руку держим так. Это так, большим пальцем придерживаем ствол, чтобы не двигался. Спускать ствол нужно на выдохе, чтобы выстрел прозвучал для вас неожиданно. Спускаем, 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 и выстрел пах, неожиданно звучит. Так или иначе, ствол начинает ходить вот так. Задача, для чего все это делать, чтобы стабилизировать и стоять ровно, спокойно, устойчиво. И неподвижно спускать спусковой крючок. Ай. Продолжаем наши стрельбы. Теперь по верхней мишени. 20 пулек. Когда начинает вот так лопать, значит закончился магазин. Смотрим, что получилось. Но вот это верхний отстрелял. Верхний и нижний. Итак, тут самое важное, кто начинает этим заниматься. После стрельбы обычно нужно, необычно, а всегда нужно баллон вытаскивать. Никогда не оставлять баллон в магазине, потому что я один раз оставлял, и у меня слетел клапан. Клапан испортился. Ну, все на этом.